Я узнала о Dental Fantasy из Instagram, я листала ленту и увидела рекламу клиники. Я обратилась в клинику с проблемами зубов моей дочери, потому что у нас был и кариес, и пульпиты, и разрушены зубы. План лечения. Мы пришли на первичный осмотр, и доктор осмотрел зубки и сказал, что, ну, мы пришли к общему решению, что лечение будет проходить во сне, потому что был очень большой объем работы, и другого варианта мы даже не рассматривали. Честно сказать, у меня не было сомнений после общения с нашим анестезиологом и врачом-стоматологом. Это мучение ребенку делать 12 зубов, вот как в нашем случае, без анестезии. Это тяжело и ребенку, и родителю, и врачу. Подготовка проходила так, что мы поехали в клинику, сдали анализ крови, ЭКГ. Мы приехали в клинику, ребенок играл, врачи ознакомились с результатами анализов, сказали, что они хорошие. Мы отправились в операционную комнату, там подышали в маску. Ребенок был у меня на руках, на третьем вздохе она уже уснула, и все. После пробуждения она проснулась уже с новыми здоровыми зубами. Мы показали ей ее улыбку в зеркало. Она сказала, что ей очень нравится. На клинику, на подход врачей. Интересно ли вы врачам, хотят ли они вами заниматься в полном объеме. Плюс внутри, визуально, нравится ли вам клиника. Например, в Dental Fantasy есть координатор, придя в клинику, который сразу рассказывает все нюансы про клинику и про лечение. С лечащим врачом была Лавкина Инга Павловна. Это человек с огромным сердцем и золотыми руками, которая нашла моментально подход и к нам, и к нашему ребенку. Также анестезиолог Клебанова Наталья Геннадьевна, что тоже про нее только положительные эмоции. Она прекрасный человек, у нее все схвачено. Она также нашла подход и к нам, и к ребенку, и поинтересовалась, какие цвета ей нравятся, и какие запахи она любит. Единственное, что могу сказать про врачей, это просто бригада профессионалов и людей, которые относятся к нам с большой любовью. Dental Fantasy – это здоровая и красивая улыбка моего ребенка.